Некоторые драматурги, режиссеры, профессионалы обвиняют фильм «Первая республика» в том, что там нет героя, что фильм состоит из множества персонажей. Но такой метод драматургии тоже возможен. И я выскажу свою позицию по поводу конкретно фильма «Первая республика». Героем, не зря фильм назван именно «Первая республика», потому что героем фильма становятся не люди, а именно «Первая республика», которую создают личности. Личности, которые так же, как мы в 90-е поверили в свободу, поверили в то, что мы полетим, наши крылья расправились, и все будет классно, здорово. Также они в 17-м, 18-м, 20-м году поверили в молодую республику большевистскую, да, и начали создавать первые театры. Они создавали поэзию, живопись, музыку. И они действительно вложили все свои силы, всю свою веру, всю свою энергию в создание всей этой первой республики. Поэтому я убежден, что Булат совершенно верно поступил, что именно не стал делать главным героем кого-то одного из героев того времени, а сделал героем саму республику. Признала Эльмухаметова виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 58.2, 58.8, 58.11, 58.13 УК РСФСР, выездная сессия военной коллегии Верховного суда СССР приговорила Альмухаметова Газиза Саликовича к высшей мере уголовного наказания – расстрелу с конфискацией всего лишнего принадлежащего ему имущества, подавлевшему дубарик Ленинск, к высшей мере уголовного наказания – расстрелу. Муртазина Батюрина Казахстана.